Еще в начале лета в Щелковском районе стартовала подготовка к отопительному периоду. Промежуточные итоги работы коммунальных служб подвели на еженедельном оперативном совещании в районной администрации. У нас очень хорошие результаты. У нас при плане 40% готовности к отопительному сезону. У нас паспорта готовности готовы по 42,3%. 40% жилого фонда у нас готовы паспорта готовности. Из котельных и теплоснабжающих организаций там 42% практически с половиной процента. Одним из приоритетов будущего отопительного сезона также является подготовка учреждений соцсферы. 129 зданий числится в системе образования Щелковского района. Более половины из них уже получили паспорта готовности. На 11 июля 57,4% зданий готово, имеют паспорта готовности. Обсудили на совещании и ход ямочного ремонта дорог. Большим подспорьем для сокращения сроков и повышения эффективности работ стало уникальное мобильное приложение, разработанное правительством региона «Дороги Подмосковья». Ямочный ремонт на дорогах. У нас было в мобильное приложение загружено 1136 ям. Все они сделаны и в мобильном приложении служба и Максима Александровича закрыты. Уже не на бумажном носителе, а именно в цифровом варианте. Через пару лет как бы увидите, как это все будет легко привязывать к территории и все время реагировать на ту или иную проблему на этой территории, именно в случае ямочного ремонта. Также Алексей Валов подчеркнул значение пилотного проекта по раздельному сбору мусора, стартовавшего в районе этим летом. До конца года на территории муниципалитета планируют оборудовать порядка 100 специальных контейнерных площадок. Я прошу всех без исключения, коллеги, вести активную работу по формированию населения ответственного отношения к экологии родного края. Многие активно поддерживают проект. Надеюсь на успешное внедрение программы на всей территории Щелковского района. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».